эта келья есть точная копия той кельи, в которой жил последние годы святой Серафим Саровский. Она воссоздана по фотографии 1903 года и именовалась «Ближняя пустынь», которая находилась на некотором расстоянии 3 версты от Саровского монастыря. Ближняя пустынь была построена в 1825 году. Вплоть до своей кончины в 1933 году преподобный Серафим Саровский принимал гостей, паломников и страждущих в этой келье. Здесь ему явилась Божья Матерь. Иногда у двери его ждало до 3000 человек. Святой Серафим прозревал их прошлое и будущее, знал их имена, хотя он видел их впервые. Святой Серафим носил часто белый балахон, подрясник, на груди большой медный крест, подаренный матерью Агафьей. На спине он носил сумку, наполненную камнями и песком, а поверх лежало Святое Евангелие, в руках четки. Он всех приветствовал со словами: «Радость моя, Христос воскрес!» В его келье была одна икона Божьей Матери, умиление, перед которой он скончался в молитве на коленях. Пусть эта новая келья, ближняя пустынь, даст вам всем любовь к Богу и к святому Серафиму Саровскому. Молитвами преподобного Серафима: «Господи, помилуй нас! Аминь!»